матч между командами Атра уже ТСУ. Порыв ветра настолько сильный, что даже перевернуло скамейку запасных. Команда ЖТСУ потерпела обидное поражение в гостях от команды Атрал, не самой сильной команды в чемпионате. Но думаю, это не повод опускать руки, ведь впереди еще много игр, а значит будут и победы. Всем удачи и приходите на футбол!